Ребята, всем привет. Прошло уже несколько дней. Прошло несколько дней с того момента, как я поставил телегу дяде Володе, соседу, и подтянул стога. Сейчас у нас утро предстоит. Следующая работа. Нужно будет снова завести трактор. Там, короче, к дяде Володе приезжали сын и внуки, нагрузили ПТС-ку. Сейчас ее надо будет вывести ПТС-ку, поставить ее снова, и у нас снова там кое-что на огороде будет подобрать. Ну, я ее просто оставлю. И вот так деревня, как обычно, живет своей жизнью. Сегодня денек пасмурный. Ну, и дождик передает, блин. Что-то погода, ребята, испортилась, честно сказать. И стоят холода. Хотя передали вот на сегодня и на завтра уже, в середине дня, там хорошую теплую погоду. Жаркую. К 20 градусам. Так что вот так, ладно. Я уже воду проверил. Солярки мне должно хватить в тракторе, чтобы съездить на мусорку. Аккумулятор мой стоит. Сейчас будем заводить трактор. Вот так. Каждый день какие-то работы. Ну, не каждый день снимаешь. А что снимать? Одно и то же. Деревенские будни, одним словом. Деревня. Находимся также на самоизоляции. Хотя в деревне какая здесь самоизоляция, надо все делать, выполнять все это. Так вот. Ладно, ребята, чтобы не тратить ваше время, отключусь и включусь потом. Вот так как-то. Так, сейчас это дело вывезем на мусорку. Ну, мусорку я не буду снимать, вы ее и так много раз видели. Доски старые гнилые из забора, перекладины, ветки. Так что стандартный набор старья. Тут еще тоже не прибирал, надо прибрать. О, кстати, ветки сейчас скидаем. Вывезу заодно. Все это вывезу. Тут останется, вот приеду сложить это, но это пойдет в удобрение. Там куча, там, вон там надо убрать мусор. Не мусор это, навоз вывести с того года. Ну, все остальное перегниет, перепреет. У нас сегодня планы. Еще надо. Короче, у меня сегодня день. Не будем загадывать. Чтобы все получилось, запланировано много, что позволит нам сделать наш. Господь Бог, то сделаем. Стога стоят в один ряд уже здесь. На
они так останутся. Может быть, макушки поправим, может быть, не будем. Ну, посмотрим это все. Вот так и живем. То от себя мусор везем, то от соседа. Ну, еще кто-нибудь поставит. Попросит телегу поставить. Да, кстати, по-соседски дядя Володя просто ставлю телегу, и ни денег, ни солярки я за это не беру. Вроде как соседское дело. Никакой оплаты у меня за вывозку мусора с него нет. У нас уже черемуха распустилась, видите, цветет. А это цветет, это не цветет, это как ранетка. Так что весна к нам пришла полноценная. Это контейнер. Мусорная реформа вон там делали. О, площадку. Ну, я не знаю, короче, поставили здесь вот, рядом с дорогой. Тут соберу все остатки, потом подтащу туда. Но это ближе к обеду, наверное, если получится. Ой, как всегда, начнешь что-нибудь делать, запланируешь, и очень часто бывает, приходится отвлекаться. Но это что-то надо делать. Короче, появляются какие-то срочные дела. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Но вывезти я бы вывез. Сейчас надо вторую маленькую тележку вывезти. Она тоже нужна. Вот так. Вот так. Так что... Тракторный день сегодня. На транспортных работах. Дед у нас ездит на маленьком тракторе Т-25. Кто на рыбалку, то тоже дома что-то вывозит. Так что, если кто-то спросит, почему ты не на маленьком тракторе, на нем дед. Вот так работает. Ну что, пойдем закрывать. О, наклали здесь. Короче, банки, склянки, всякую другую хрень. Сейчас поедем. Вывезем. И Елену Степановну довезем до магазина. Одинек, посмотрите, ребята, разыгрался сегодня. Вроде плоха погода, а вроде нормально, ничего. Хотя по прогнозу стоит дождик. Сейчас заходил, телефон проверял, вот так. Ну, может, ничего, простоится, разойдется. Надоела холодная погода.
Короче, ребят, приехал на тракторе, хочу заровнять эту канаву. Зачем мне это надо? Зачем я буду здесь заравнивать? Потому что я здесь езжу сам на автомобиле, на тракторе, и вот эти канавы, они здесь нафиг не нужны. Вот так вот, ребята. Поэтому делаю я для себя, не для вас, не для кого-то. Я сам буду здесь ездить. Поэтому, чтобы заезжать, выезжать, вот поэтому и сейчас буду равнять. Вот так вот. Ребят, короче, вот так вот это будет. Тут дорога раньше была, но она и сейчас есть. Раньше уголь здесь завозили. Здесь, а в этом месте. Вот тут заезжали. Тут дом стоял. Здесь участок чей-то. Все зарощено. Вот так. Короче, так вот и будет примерно. Все равно канавы уже нету. Канавы нет, и это большое дело. Бывает. Подъехать надо к окнам, что-нибудь поделать. Тут канава. Нафиг она мне здесь, канава не нужна. Ну вот так вот будет. Сейчас вот еще сейчас проеду здесь. Приеду и прибью. Земля прилягет. Вот. Вот по сих пор это все я убираю всегда. Тут, это вот трава, это уже не мой участок. Не мой участок. Ну а вот сейчас вот трава пойдет. Надо будет косить ее. И как тут косить, если так канава была бы? Вот так вот.